Ну, друзья, кто хочет полюбоваться погодой в Батуми сегодня? Совсем недавно, позавчера, была солнечная погода, плюс 23, хоть и аномально, но сегодня уже валит снег. Не знаю, будет ли видно, но он валит, я вас уверяю, и очень хорошо валит. На видео вот как-то не очень видно, вот сейчас, наверное, будет видно. Похолодало. Сначала была дождливая погода, теперь вот, пожалуйста, снег. Погода такая, ух, вы даже выходить из дома не хочется никуда. Даже вот я вижу, вот видите, там внизу стройки. Вот школу строят, там вот дом строят, даже строителей что-то нет. Все спрятались, пьют теплый чай, смотрят красивые солнечные фотографии и ролики на YouTube. Вот так вот здесь погода меняется. Позавчера было солнце, сегодня холодно и снег. Ну, в принципе, что вчерашнее солнце, что сегодняшний снег, это по большей степени аномалия, которая в последнее время стала часто твориться. И многие умные люди, скорее всего, догадываются, из-за чего это происходит. Вот такая вот нынче погода.